Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Мы продолжаем играть в Обливион, и мы находимся в подземелье, в котором нам нужно найти доспехи Тайбера Септима. Это вторая вещь, которая нужна Мартину, то есть нашему, по сути, императору будущему, для ритуала. И послали сюда нас, сказали сразу, что дело гиблое. Мы такие, окей, нам не привыкать. Однако, придя сюда, я обнаружил, что здесь обитают призраки. Призраки ловят где-то по 30 стрел в тушку, у меня 55 стрел. То есть все неплохо. Давайте начинать. Я постараюсь проходить по стелсу, особо не цепляя никого, но, как вы понимаете, это практически никогда не получается. Ой, подумал, стоит кто-то. Вообще, я думаю, что эта серия будет полна боли и страданий, потому что все-таки баланс, даже с выключенным уже Аскура, он остался по-прежнему перепоротым до крайности. И... Ох-охо, это что такое? Почему я не могу перепрыгнуть тут? Это же элементарно, но это идеальный способ обхода этих тварей. Я не могу этого сделать. Почему они такие жуткие? Знаете, я сейчас просто психану и уйду отсюда, если у меня не будет получаться. Потому что я знаю, что каждую эту тварь, ну, прежде чем она меня убьет, я в нее выпущу очень много стрел. Куда ты пошла? Вот не стоялась тебе там. Вот теперь это точно непроходимое место. Можно еще, конечно, второй вариант. Это просто с криком Джеронимо побежать вперед, но здесь получится примерно как у Эйс Вентуры в той пещере. То есть я останусь без всего, за мной будет гнаться толпа, и в итоге там будет какой-нибудь мега страшный мега монстр, который в итоге меня убьет. Просто потому что я не сдюжу. Ну вот, отлично. Видите, да, поскольку я снимаю? Это не очень серьезный момент. Хорошо. По крайней мере, я снимаю. Врагу не сдается. Да убит, еще в ближний бой лезешь. Ничего, будет и на моей улице праздник. Так, маленько спрятаться, чтобы из стелса их бить. Есть ощущение, что не получится. Да, непростая игра. Непростая. Так, хорошо. Ну, в смысле-то я уже не вижу, тут сохранился. И, в принципе, это нормально, потому что по-другому... На! О, как хорошо, трехкратный. На тебе еще. На тебе. На тебе еще. Получи. Добиваем. Минус один. А так работает, слушай. Ну как, у меня все равно стрел мало. В итоге-то. Но, по крайней мере, я с ним справился. Я не знаю, правда, что я дальше буду делать. Может, реально сходить в магазин за стрелами? 38 стрел. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. Сейчас каждая стрела, я над ней трястись буду. Хорошо. Так, ну что? Блин, там еще одна сидит, да? Да не одна, там их еще дофига сидит. А что если по той же тактике?
Ну, как-то так. Явись. Давай двигайся сюда. Там уже дальше палево, там не вторая заметит. Хотя... What the hell? Давай. Тридцать три стрелы. Окей. Ой-ой-ой-ой. Вот это я просмотрел. Так, хорошо. Пока что получается что-то как-то, но получается. Чему я несказанно рад. Блин, как я люблю эту игру. Так, 38 отмычек. Это тоже не особо положительный результат. Да блин, 37. Ну и, конечно, 37 золота. Очень нужная вещь. Хорошо. Где там наши стрелы? Так, первая, вторая, третья. Сюда ничего не улетело. Я серьезно говорю, я сейчас над каждой стрелой буду трястись. В таких проблемах. Это даже интересно по-своему, такой челлендж. Но это было бы интересно, если бы это постоянно не продолжалось. Блин, ну как? Я не знаю, как эту игру буду проходить, если с ней постоянно такие проблемы. Ну, не волнуйтесь, я пройду по-любому, но не буду мать. Огонь этот кругом еще. Откуда огонь? Кто его зажигает? Я так и представляю, что здесь привидения такие. У, огонь потушен. Такие ту-ту-ту. Зажигают, сюда масло подлили. Есть специальные привидения, занимающиеся освещением. Ох, япона, мать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть врагов в одном месте. Вы что, издеваетесь, что ли, вообще? Там еще скелет, что ли? Нет, ну это как вообще называется? Что мне делать? Пипец просто. Я сейчас начну воевать, я не выйду из этого боя победителем, гарантирую вам. Меня пока что спасает то, что у меня заряд есть на луке еще. Спрячься. Ну-ка, ну-ка. Давай без нервов. Не пылим. Ну, кстати, почистим, походу, нет? Хотя нет, не забегай вперед. Тихо, тихо, тихо. Спокойно. Да сдохнет уже, ну. Пятнадцать стрел, поздравляю. Ну, конечно, это как у меня принято. Убил врага, побежал лутать. При том, что там этих врагов еще хватает. Ладно. А кто говорил, что будет легко? Никто не говорил. Спрятались? Не спрятались. Run for your life. Давай. Не вошло. Это не замечательно вошло. Но не у меня. Давай, получай. Минус одна. Я еще в кого-то попал, по-моему, нет? Сейчас я по всему туннелю буду эти стрелы собирать свои. Не. Ха-ха-ха. Пипец. Восемь стрел. Дальше я их, короче, ножиком буду долбать, похоже.
Я это делаю не для того, чтобы подлечиться, а для того, чтобы посвятить себе все вокруг. И вот лежат мои все стрелы. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А, ты там еще? Ну, ладно. Главное, их никак не обойдешь, ты посмотри, они прямо посередине стоят. Ну, как-то так. Не знаю, где еще осталось. Я не вижу. 17 стрел. Куром насмех. Сюда надо стрел этих штук 500 брать. По-другому как-то вообще никак. А на 500 у меня денег не хватит. Отлично. Что? Что с луком? Почему он снялся? Это его магия? Хорошо. Блин, да их еще там три штуки, оказывается. Спокойно. Не пылим без нервов. Минус. Да попали. Хотя нет, попали. Больно. Так, ладно. Какой-никакой, а получачим все равно идет. Так, ну что предлагаете, господа хорошие? Серебряная стрела. У нас еще есть серебряная стрела, вы слышите? Тихо. Шо? Да, блин. Да, давай последний. Стрела в стряске. Ее я тоже тебе могу дать. Сейчас магия пройдет. Дурная. Кстати, видите, эта штука души не ловит. Ой, консоль. Сломанная. Они сломали его. Отлично. Ну что? В атаку! Нет, это серьезно, это я сейчас ничего не сделаю против. Я думаю, я быстрее умру, чем он. Хорошо, это пипец какой-то. Ну что, это по-своему весело. Напоминает Dark Souls первые часы, когда ты не понимаешь просто, и все тебя все просто издеваются над тобой. Здесь как-то так же. Нет, серьезно, ребята, я сейчас, похоже, уйду, потому что как-то не пошло. Хотя, может, мы уже выбрались. Ну, я думаю, мы даже еще первую, там, десятую часть не прошли. Одну десятую, вернее, говорю, первую десятую. Ладно, хоть клинок кошерный. Где-то здесь валяются мои стрелы. Но толку от них сейчас не особо, потому что лук сломался, видите ли. Как он вообще? Вроде недавно был. Но это магия, это по-любому их магия. Только его чинил. Вот только-только буквально. Куча ключей. Где там чинильные камни? Его даже не починить. Хоть как-то так.
Хорошо. Ну почему нас... Где напарник наш вообще? Ну какого черта? С напарником хоть как-то можно было бы. Напарник просто бросил. А говорил, буду помогать. Увидел призраков такой, да нет, ни за что, говорит, бежи. Так, ничего не осталось. Это вроде нет. Хорошо, сейчас просто посмотрим, что там, и пойдем за стрелами, вообще пойдем в мир. Почему-то у меня есть ощущение, что это были меньше из наших проблем. Но вообще это было нечестно, то, что вы видели, сколько их в одном коридоре поставили. Вообще нечестно. Но мы их все-таки сделали, просто уделали. При том, что у нас было мало стрел, и мы, по сути... по количеству жизни и по наносимому урону где-то на их уровне находимся, все даже не ниже. Мы их просто раскатали. Слышу скелетов наверху. Кто-то сейчас будет потеха. По возможности стараемся обходить. Правило, такой возможности нам просто не дадут. Ох, Япона. А, ты один. Скелетушка. Уходи. Реально плохое место. Ты не смотри сюда, тут нет никого. Клинок, выручай меня. Тихо. Он увидит меня сейчас. Блин, он же там стоял. То есть он уйдет, я пройду спокойно. Хотя он один, по сути. Может его поломать? Давайте, знаете, как попробуем. Он сейчас сюда пойдет. Мы попытаемся пролезть. Если не получится, то будем драться насмерть. Получилось, походу. Зелье мощи. Мне не хватает мощи. Так, первый, второй. Да что ж такое? Третий. Амулет с каменями. Великолепно. Ладно, хоть денег дали. Так, и что? Куда идти-то? А, туда. Понятно. Тебе показалось. Хорошо. Epic Stealth. Ой, тихо. Аж сигнализация заработала у кого-то. Познание секретных энергий человеческого тела удалось вам нелегко. Но теперь вы можете читать заклинания школы восстановления на уровне ученика. Круто, наконец-то. Хоть какая-то прибавка. Так, мы пришли в зал. Что же в этом зале? Там бродят призраки. Один на один я еще с ними с помощью аптечек сдюжу. Но, как вы понимаете, один на один тут не бывает. Хорошо, и куда же идти? Там оловянная тарелка какая-то лежит. Выкинем ее. Может, из-за нее у нас все проблемы. Так, и что же тут? Тихо. Мне кажется, что нам сюда. Оп!
Давай, давай, давай. Мне кажется, это то, что нужно. Это что? Сохранимся, конечно же. Есть подозрение, что это что-то нехорошее. Хотя, возможно, это просто... Нет, я не знаю, что это просто. И как? Блин, да кто-нибудь выключит, нет? Письмена на этой могиле неразборчивы. Здесь лежит роман II Сирадильский, император Тамриэля, коронованный в 2812 году. Он пал в битве с темными эльфами на 57-м году жизни, пробыв у власти 39 лет и 8 месяцев без одного дня. Не наш пациент. Здесь лежит Роман Сирадильский, Реман. Он разбил орды Акавирцев и принес мир в Тамриэль. 2762 год. Письмена на этой могиле неразборчивы. Хорошо, как же мне... Как же мне быть? Может... Я не знаю. Честное слово. Как же мне обойти-то это место? Блин, мой бедный лук. Мы оба бедные лука. Сломали, к чертовой матери. Я так понимаю, туда я побегу, я погибну. Видимо, там позади что-то нужно было отключить. Ах! Мной было найдено святилище Тайбера Септима. Вход в него запечатан какими-то чарами. Нужно отыскать способ рассеять их, иначе до доспехов не добраться. Ах! Рассеять мы их сможем. А что, если я попробую туда добежать все-таки? Это, конечно, я понимаю, не по плану, но... Погнали! Нет, невидимая стена. Ладно, будем знать. Хорошо, нам по-любому нужно возвращаться. В одну из этих комнат и как-то там что-то найти похоже. Да, похоже, это здесь находится. Что непонятно, как я сейчас буду разбираться с тем призраком? Ладно. Разберемся как-нибудь, не впервые, да? Заломаем к чертовой матери. Как делали уже миллион раз до этого. Или может просто обойдем? Нет, сломаем. Ну как тебе? Понравилось? Половину жизни. Нагой. Так, ну что я могу сказать? Мы умрем. Вот прямо сейчас я вам гарантирую. Без шансов. Но я буду драться до последнего. Больше мы выпить не можем. А еще я не могу двигаться. Понял. О, ну как же себя ощутить великим воином, если нас рвут самые обычные привидения? Не подхерт. Ну, на самом деле нет, конечно. Какого черта вообще? Хорошо, как же обойти эти? Давайте посмотрим, что здесь. Зал правосудия. Интересно. Может, нужно что-то доказать местным призракам? Есть ощущение, что придется просто как-то стараться убежать от них. Ну, блин, по-другому-то как? Ага, круто. Уходи.
Что в этой части мне не нравится еще, то что от них не убежишь. Ты убежишь, то есть они появятся вместе с тобой на новой локации. Уходи, пожалуйста, куда-нибудь. Чунгла? А, показывает, смотри. Ага, ушел куда-нибудь. Так, хорошо. Это Epic Stealth идет. Не совсем понимаю, что мне делать. Колечко я прихвачу, пожалуй. Мне кажется, что нам нужно все-таки что-то тут найти. Потому что там 4 гроба, по сути. И все. Я слышу, там нас тоже ждут призраки, и от них есть ощущение, что мы не уйдем. Ох, мертвая плоть, всю жизнь мечтал. Так, это не работает. Подожди, а, сундук. Ох, куда я иду вообще, это же просто какой-то лабиринт. Ну, вроде как неплохо обошел. Главное, чтобы не вампиры. Вампиры это все. Я ненавижу вампиров. Нежить я тоже не люблю, но вампиров я ненавижу гораздо больше. Так, постараемся обойти. Тихо, тихо, тихо. Куда иду, не понимаю. К черту все эти правительственные задания. Просто скажите мне. Что же нужно делать? Ай, не получается. Может, с камнями что-то на самом деле? Да нет, вроде не применяются. Ага, отлично. Ну, ладно, чё. Какой у меня выбор-то есть? Окей, хорошо. Скрытность, детка. Так и надо. Так, этот гроб, ничего. Фух, отдышаться маленько, вот это забеги. Эпичный вид, но не отменяет того, что у нас полно проблем. Ой-ой, вот этот уже реально залет. Ну конечно. А сколько времени прошло, прежде чем он меня заметил, да? Я ему упирался в лоб буквально, я не знаю. С дверного проема уйди, пожалуйста, куда-нибудь. Офигеть. Да-да-да. До свидания. Нет, это смешно реально. Так, уходим, они сейчас сзади появятся за нами. А мы вышли в тот же самый зал. Отлично. Или нет? Ох, почему я не могу запрыгнуть? Давай, ну. Короче, я что-то, честно говоря, без идей вообще. Как мне пройти через это место? Не понимаю. Они сюда не придут, я надеюсь. Пришли. Он мне сейчас меч сломает, да?
пока вроде нормально. Ты один или подружку привел? А может мне раздеться? Ну, это глупая идея, конечно. Ну, может быть. Куда ты пришел? Иди домой. Они не уйдут, что ли? Нет, тот ушел, смотри. И ты иди. Все-таки складывается ощущение, что мы должны где-то здесь что-то сделать в этом помещении. Но я не вижу никаких потайных кнопок, ничего подобного. Единственное, это вот... Вот эти штуки, но... Письмена неразборчивые. Даже не знаю, чье слово. Короче, я думаю, надо будет отсюда... Нет, все-таки надо как-то осмотреть эти места. У меня неплохо получается, по идее. То есть уворачиваться от них, как-то обходить. Но вот с этим, блин, я не знаю пока. Давайте еще посмотрим. Пройдемся теперь в другую сторону. Может, там что найдем. С этой стороны, потому что мы большого кругаля сделали и в итоге не нашли ничего интересного. Здрасте, не обращайте внимания, я просто прохожу мимо. А здесь что? Это нам пригодится. Ну и все. Так, хорошо. Боковые вот эти куда идут? Да они, по-моему, тоже в такие же места идут. Зал правосудия мы были, в итоге из катакомб вышли. Окей. Так, это мы отсюда пришли. Что у нас здесь теперь получается? Да ебану мать, у кого там сигнал работает? Тюрьма. Может, тюрьма найдем, что? Постараюсь обходить, короче. И, судя по всему, я так понял, что вот эти вот 5 штук, которые стояли в ряд, они, их тоже так же можно было обойти. И вот как сейчас это получилось. Так. Не знаю, напишите в комментариях, если кто-то видит другую тактику. Я просто серьезно не понимаю, как мне сейчас справляться со всем этим горюшком, который на меня налетел. Только пробегать мимо них. Тут что-нибудь есть? Да ничего тут нет. Отлично. Да блин. Второй пошел. Второй пошел. Третий. Да блин, ну как так? Как всегда. Просто реально от такого пропадает интерес уже к игре. Ну, я не понимаю, в чем прикол. Если ты не можешь дать опора. Так. Тупичок. Извините, я против. А вон там что-то, да? А это, по-моему, просто дух. Ты кто? А, ты против, да? Там тоже такие же. Ой, нет. Хорошо. Там нам не рады. Здесь я был, нет? Здесь я вроде как не был. Макси. Я тут, по сути, нигде не был. Но так уже неплохо составил карту местности. Нет.
Простите, я против. Так, ну и что? Да нет же, блин. Второй. Ладно, хоть предыдущий не откинулся назад. Третий. Совершенная жемчужина. Стоило того определенно. Ну что, давайте тут... Он меня убьет. Он гораздо сильнее человек. Она пришла его подружка еще. Нафиг. Нет? Что там? Дорогу дайте. Дорогу молодым. Да. Да что ж вы такие напряженные-то? Хоп! Да блин. Идите вы уже постылые, ну серьезно, это. Серьезно, это не серьезно. Посмотри, как меня скрутило. Я еще живой, что ли? Подлечимся. Смотритель кастов, кстати говоря, может его убить надо. Я не думаю, честно говоря, все, я погиб. Так, ну, что я хочу сказать. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как вообще это возможно пройти? Потому что всю серию, если я и делал что-то, то я по большей части... прятался от врагов, либо там стрелами их запиливал по очень большому количеству. Но, на мой взгляд, это было довольно тупо. Я, честно говоря, не знаю, но, судя по всему, в следующей серии я пойду отсюда, потому что стучат, дико стучат, а другого выхода вроде как нет. Не знаю, блин, это было не очень круто. Увидимся. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.